Всем привет! Сегодня я решила прогуляться в другую сторону от дома, в сторону реки Хопёр. Раньше в детстве мы все время бегали по этой улице. Накупаемся и вернемся домой. Вот я решила посмотреть, что там сейчас изменилось, как выглядит река. Наша старинная. Раньше полноводная, сейчас, я так думаю, нет. Судя по тому, что я видела, когда подъезжала к городу Балашово, то осталось от нее мало. Отправляюсь, ждите реку. Эта улица тоже очень сильно заросла. Проезжие дороги я здесь практически совсем не наблюдаю. Даже не верится, что это было совсем по-другому. Когда-то на месте вот этих домов стояла старенькая-старенькая деревянная школа. И именно в нее я пошла в первый класс. А вот здесь была та самая газовая заправка, на которой привозили баллончики с газом. Я вам рассказывала однажды про газовую заправку, про то, что мы в детстве караулили машину, которая привозит баллончики с газом. И вот я однажды бежала домой, чтобы сказать маме, что привезли газ, споткнулась и разбила себе весь подбородок. Меня очень долго звали Чапаевым. У меня есть воспоминания на моем канале «Мои домашние хлопоты». Вот там я это рассказываю подробно. А вот сейчас я вам показала, где находилась та самая заправка. Сейчас я пришла к тому месту, где раньше вот здесь стоял магазин. Вот то, что сзади меня, здесь стоял магазин. Мы сюда ходили за хлебом, за молоком. Здесь работала продавцом мама моей подруги. Частенько мы сюда ходили. Ну, пойду дальше. Сейчас подошла к повороту. Вот за этим поворотом должен быть выход на Хопёр. Надеюсь, что он сохранился. Вон туда пошла улочка. По ней мы раньше ходили на Хопёр. Идемте туда. Я совсем не узнаю этих мест, и, честно говоря, не знаю, пройду туда или нет. Никаких вот этих зарослей раньше не было. Здесь был просто обрыв. Я подошла к спуску к реке Хопёр. Спуск у нас здесь очень крутой. Здесь гора высокая. Вот вниз пошла дорога, мы раньше по ней все время бегали на Хопёр. Но вот никаких вот этих зарослей не было. Ну, судя по шуму, где-то река есть, но я ее даже не вижу. Даже страшно, спущусь я ж здесь или нет. О, вон там вдалеке вижу пляж, но он в совершенно другом месте. Мы-то ходили вот сюда, но красота необыкновенная. Посмотрите, как у нас здесь красиво. Очень красиво. Раньше мы по этой горе пешком ходили, зимой на лыжах катались. А сейчас, честно говоря, даже спускаться страшно. Ну, пойду попробую. Ура! Я с нее спустилась. Не знаю, как назад буду подниматься, но спустился. Посмотрите, какая горище. О! Круто! Перед нами вот такие заросли, маленькая тропинка. Здесь раньше начинался пляж. Я иду практически по лесу. Я даже не ожидала увидеть здесь такие заросли. Деревьев не было, когда я здесь жила. Здесь вообще было абсолютно пусто. И вот здесь вот начинался пляж. И мы всегда сюда приходили купаться. А сейчас вон какие заросли, целый лес.
Я даже не знаю, где пляж начинается. Вот сейчас дойду. Ну, судя по звукам, где-то купаются, плещутся в воде. Пока ничего даже не напоминает это. Кажется, я увидела пляж. Вот я и пришла к Хапру. Здесь довольно-таки симпатичный пляжик. Детишки резвятся. Вот такой песочек кругом. Это место, где я провела все свое детство. Хапер зарос и очень сильно, но здесь довольно-таки широко. Я думала, здесь будет хуже. Здесь вовсю цветут кувшинки. Говорят, кувшинки цветут там, где чистая вода. Вообще считается Хапер самой чистой рекой Европы. Опа! Здесь, оказывается, далеко. Я стою возле места, которое мальчишки оборудовали для прыжков в воду. Здесь, оказывается, довольно-таки глубоко. А я думала, здесь по колено. Здорово здесь. Так хочется искупаться. Пожалуй, я сейчас воспользуюсь тем, что пришла сюда, и тоже окунусь. О, тут даже на лодку катаются. О, как здорово!